30 января наконец-то компания анонсировала BlackBerry 10 и два новых первых устройства на нем. Это BlackBerry Z10 и BlackBerry N10. Как видно, Z10 полностью сенсорный. Да, это тот самый старый Лондон, который же утек в сеть. А N10 имеет олдскульную клавиатуру и квадратный экран. Внешне они отличаются, но по начинке абсолютно одинаковы. Понятно, что акцент будет сделан на Z10, потому что это главный тренд и главный челлендж BlackBerry. А N10 это скорее дань прошлому и выражение лояльности и респекта своим поклонникам. Итак, чем же BlackBerry 10 хочет удивить? Чем он отличается от конкурентов? С первого взгляда видно, что на телефоне нету кнопок ни аппаратных, ни сенсорных. Этим он отличается от всех доминирующих платформ. Напомню, в iOS есть аппаратная кнопка, в Android целое меню, включая кнопку «Домой», в Windows Phone оно тоже имеется. Очевидно, что управляется система жестами от краев, и такое мы видели как минимум два раза в системе MeeGo и в том же BlackBerry Playbook, где нету кнопки Home. Здесь же большинство действий совершается одним единственным жестом – движением от логотипа вверх. Но об этом чуть позже, пока аппаратная часть. Аппарат довольно тонкий, не маленький, не самый легкий, но в руке лежит приятно. Экран современный, трендовый, 4,2 дюйма, 1280 на 768 точек. Это плотность 356 точек на дюйм, что четче, чем в том же iPhone 5. Вот как они выглядят рядом вместе. Это спереди, это сзади, а это вот по толщине. Примерно одинаковая толщина. Разъемы почти те же, что в девелоперском образце. Кнопка включения на верхнем торце, кнопка reset, стандартный аудиоджек. Здесь кнопка громкости вверх-вниз, по центру кнопка mute. Здесь ничего нет. И на левом торце микро-USB зарядка и микро-HDMI. Но в отличие от девелоперского образца, да, где есть вот такая вот штука, это микро-SD-карта. Здесь такого разъема, кажется, нет, но это все фигня. Он есть и находится за крышкой. В этом аппарате крышка съемная, за которой видно и батарея до 1800 мАч, и слот для microSD-карты, и слот для микросимки. Наконец-то появился аппарат со съемной крышкой. Давно такого не было. Кстати, сама крышка, она не финальная. Я видел финальную, и она больше похожа на ту, что используется в балде, в BlackBerry 9900. Она не из материала Soft Touch Plastic. Ну а теперь сравним BlackBerry N10 и последний QWERTY-смартфон BlackBerry 9900 Bold. Видно, что они очень похожи, и это правильно, что RIM взяли за основу свой самый удачный QWERTY-аппарат. У них примерно одинаковая толщина, по краю проходит такая же металлическая окантовка, даже в кукле, в этом ненастоящем образце. Очень они похожи, и это здорово. Но видно, что кнопки у них расположены немножко иначе. В балде они идут полукругом, полумесяцем, а в N10 они ровные. А экран, разумеется, у BlackBerry N10 больше, он квадратный, разрешением 720 на 720. Торцы обоих аппаратов N10 и Z10 тоже абсолютно одинаковы. Разница только у них в экранах и клавиатуре. Все элементы расположены там же, в тех же местах. Видно, что нету контактов для док-станции, что немножко печалит. Камеры основные у обоих аппаратов 8 мегапикселей с поддержкой функции TimeShift, о которой позже, а внутренние по 2 мегапикселя. Что еще? Поддержка NFC, 1,5 гигагерца двухъядерный процессор, я не знаю, там Snapdragon или Texas Instruments, еще неизвестно. 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайтов встроенной памяти. Поддерживается четвертое поколение, это HACCPA, соответственно, и LTE, русский стандарт, здесь работает. Самое главное действие, которое нужно запомнить при работе с BlackBerry 10, это движение от логотипа вверх. Показываю. Таким образом мы полувключаем экран, когда хотим, например, посмотреть время или есть ли у нас какие-нибудь сообщения.
Экран находится в таком режиме полуспячки, и это движение не до конца, не полноценно. Называется SIG, от английского to seek, подглядывать. Можно открыть и выйти в полноценное меню, а можно, вот я выключаю, можно приоткрыть, посмотреть и снова закрыть экран. Очень удобно. То же действие, полусдвиг, можно делать во многих приложениях. Например, я хожу по сайту, изучаю сайт и вижу, мигнул маячок, пришло сообщение какое-то мне. Что я делаю? Я большим пальцем, не отрываясь от сайта, делаю вот такой вот пик и вижу здесь хаб, где показано, какие сообщения у меня пришли. Если мне это не интересно, я просто палец убираю назад, я подглянул и дальше работаю. Если интересно, я просто движением направо выхожу в BlackBerry Hub. Логично перешли к BlackBerry Hub. Это вторая фишка системы управления сообщениями и нотификациями. Лично меня задалбывает, когда сообщение Twitter сваливается в одну программу, Facebook в другую. Я постоянно переключаюсь между различными приложениями на своем смартфоне. В Риме подошли к вопросу по-другому. Создали единый хаб, который всегда активен, который всегда на виду, в который можно всегда подглядеть. Вот как он выглядит. В основной экран сваливаются сообщения, это единая лента для почты, для Фейсбука, для Твиттера, LinkedIn, Evernote и куча-куча разных сервисов. Причем они как в перемешанном виде здесь есть, да, в общей ленте, так можно их фильтровать. Можно посмотреть только сообщения BlackBerry, да, мессенджера, у меня их нету, только фейсбучные сообщения, только Твиттера и так далее. Причем это приложение не только для просмотра сообщений. Здесь же их можно и создавать, не уходя никуда, не открывая отдельное приложение. И можно отвечать. Удержание на сообщении выводит контекстное меню справа, где можно ответить, переслать, поставить какую-то галочку или удалить сообщение. Это очень удобно. Отмечу, что это не отдельная программа. BlackBerry Hub – это часть системы. Ты просто в настройках вбиваешь все свои данные и получаешь полную ленту своих обновлений. И, кстати, еще одно. Прямо в BlackBerry Hub сверху у тебя есть календарь. Ты здесь же видишь свои следующие встречи. Вообще, рабочий стол BlackBerry 10 выглядит довольно привычным образом. Это экран, на котором расположено 16 иконок. Их может быть много. Иконки можно удержанием переносить с места на место, удалять. Но первые два экрана всегда забиты под список активных приложений, о которых чуть позже, и под BlackBerry Hub, о котором я уже говорил. В нижней части всегда быстрое меню «Доступ к телефону», «Поиск» и «Фотокамера». А если потянуть сверху, то опять же привычно, как по Android, по iOS, выходит контекстное меню всей системы с настройками. А если мы заходим в какое-нибудь приложение, то вытягивание сверху запускает контекстное меню конкретного приложения. Все очень логично и понятно. QNX, на чем ядре построена платформа BlackBerry 10, считается самой надежной, потому что она многопоточная. То есть работающее некорректно приложение не повесит систему и не порушит ее. Его можно просто закрыть обычным крестиком, при этом оно полностью выгружается из памяти. Всего в системе одновременно могут быть запущены 8 одновременных процессов, которые помещаются на 2 экрана, по 4 на каждый, и отсюда они могут выгружаться. То есть мы запускаем программу, и она попадает на первый экран. Мы запускаем еще программу, она добавляется к этому экрану. Конечно же, система поддерживает более 9 одновременных приложений, более 8. Но просто, видимо, в компании посчитали, что обычному человеку не нужно так много приложений держать открытыми. Ну или просто неудобно искать их, когда ты там запутался, чтобы делать много кликов, чтобы найти приложение, которое ты хочешь закрыть. Текущее приложение, с которого ты вышел сюда, оно всегда в левом верхнем углу, так что его удобно найти и увидеть. Еще раз, для закрепления материала. Работаем одним пальцем. Любое приложение. Тянем палец вверх, подглядываем, что творится в хабе. Опускаем его вниз, возвращаемся в приложение. Тянем палец вверх и отпускаем, этим самым сбрасываем приложение в список приложений, которые запущены в данный момент на первом экране. Все очень логично и просто.
Вообще в BlackBerry 10 очень многое сделано для того, чтобы пользователь совершал как можно меньше кликов и лишних движений. Но как дела здесь обстоят с набором текста, главной фишкой BlackBerry старых лет? Смотрим. Во-первых, как выглядит клавиатура. Клавиатура выглядит очень круто. Она очень похожа на ту, что используется в аппаратной BlackBerry, то есть кнопки большие, они инверсные, то есть белые буквы на черном фоне примыкают прям к концу края, нет свободных мест, и между рядами, между горизонтальными рядами есть промежутки большие. Ну вот так примерно это выглядит на обычном аппарате, очень все похоже. И BlackBerry применила свое ноу-хау, которое помогает набирать текст. Это своя система набора, работает она следующим образом. Например, я хочу записать слово «привет». П, Р, И. А после каждой буквы, набора каждой буквы, над следующей буквой, которую ты хочешь нажать, приводится пример того слова, который, как система думает, ты хочешь написать. Вот сейчас я написал «при», и на слове «в» у меня написано «привет». Я могу это слово взять и просто кинуть туда на экран. И в дальнейшем система обучаема, и она может угадывать целые фразы, которые ты строишь уже исходя из сообщений твоих в Твиттере, Фейсбуке и в почте. То есть «привет всем ребята». Также здесь можно писать небольшие куски текста без пробелов вообще. Система сама их определит. Например, я пишу первое, что приходит в голову. Первое мне в голову приходит то, что я устал. И я пишу, что я уже устал, причем пишу это сплошняком без пробелов. И вот здесь на пробеле написано это же словосочетание «я уже устал, но с пробелами». Я нажимаю на пробел, и они автоматически расставились в двух местах. Русский словарь подключен, все работает на ура. Чтобы стереть даже не букву, а слово, просто нажимаешь налево по клавиатуре, и стирается слово целиком. Тоже прикольная фишка. И последнее. С русского на английский язык, к сожалению, переключается в два клика. Нужно удержать кнопку слева от пробела, выходит всплывающее меню. Ну, как бы это получается один клик формально, но нужно руку там перевести и переключить буквы. Надеюсь, придумают и однокликовую комбинацию. Считается, что BlackBerry 10 самый крутой браузер по работе с HTML5. Чтобы это проверить, я запущу стандартный HTML5 тест. Зайду на сайт html5test.com и посмотрим, сколько он наберет очков, сравним его с другими браузерами. Пока тест грузится, проходит, я скажу, что браузер работает на стандартном движке WebKit. Тест прошел, браузер набрал 485 очков и 11 бонусных, что бы это ни значило. Так, конечно, это непонятно, а мы сейчас сравним его с другими браузерами. Ну вот, в разделе «Мобильный» выше балл 406. То есть это вообще огромный перевес. На первом месте здесь Opera Mobile 12. На втором месте мобильный Chrome 390 баллов. Firefox Mobile, iOS 4 и так далее. То есть все мобильные браузеры далеко позади по этому показателю. Смотрим, что с таблетками. С таблетками история следующая. 411 баллов, лучший мобильный браузер. Опять же, от BlackBerry. На втором месте Opera Mobile, 406 баллов, потом Chrome, Firefox Mobile и снова iOS 6. И смотрим последнюю вкладку, десктопный браузер, настольный, как он выступает по сравнению с обычными большими браузерами. Вот загрузились обычные браузеры. Здесь выше результат 464 у Maxton 4 версии, и он тоже ниже этого показателя. На втором месте Chrome, на третьем месте Opera, Firefox, Safari и Internet Explorer. Браузер реально лучший в плане работы с HTML5. Но есть у него еще и другие фишки. Так, заходим на сайт на Mobile.ru, например, и заходим, например, в главный материал. Вот у нас сегодня такой материал. Blitz-обзор Nikon 2013 года. На сайте на Mobile.ru, как на многих других сайтах, много графики, много картинок, много рекламы. И здесь есть такая фишка, можно посмотреть только текст. Один клик, и ты читаешь только текст без графики. То есть вся эта история вмещается в одну страничку. Несмотря на то, что компания RIM держит курс на масс-маркет, на
пользователей, которые консюмерами называются. Все-таки корпоративный сектор – это очень важный для компании сегмент, и корпоративные пользователи любят BlackBerry. Для них есть специальная функция, называется BlackBerry Balance. Как она работает? При настроенной функции нужно провести пальцем от центра экрана вниз, на любом экране причем. Делаю такое простое движение, и у меня появляется невидимая ранее вкладка «Личное» и «Рабочее». Я нахожусь в вкладке «Личное», нажимаю «Рабочее», и у меня появляется совершенно новый экран, новое оформление, новый дизайн, новые иконки, новые программы. Что случилось только что? Только что я перешел из личного пространства в рабочее. Это две отдельные области. Одна из них, рабочая область, настраивается администратором сервера BES, который, собственно говоря, отвечает за то, какие программы у тебя могут стоять, какие приложения ты можешь пользоваться и разные политики безопасности. Нужно это всем, мне это лично нужно, потому что ты можешь прийти домой, переключиться из рабочего в личное и дать телефон ребенку, сыну поиграть, чтобы он там не делал, он ничего важного не сотрет. А другой кейс, когда ты, например, меняешь работу, и у тебя удаленно или неудаленно удаляют всю информацию, но твою не трогают, только рабочую информацию у тебя удаляют. Еще одна интересная фишка, связанная с камерой. Камера, кстати, напомню, видео снимает в HD, а в фоторежиме есть фишка под названием Time Shift. Вот у нас здесь девушка Саша, я сейчас ее пофотографирую. Вот, отлично. И здесь у нас есть Саша с открытыми глазками, закрытыми глазками. И просто можно выбрать, как на машине времени, кадр, где Саша с открытыми глазками, он-то и пойдет у нас в дело. Прекрасная, между прочим, функция. Я считаю, что в RIM проделали хорошую работу. Платформа BlackBerry 10, и без того, что она была на базе самой надежной платформы в мире, она стала еще удобной, консюмерской, такой на века и очень интуитивной. Ну и кроме того, она свежая, что называется. У нее есть такой свой шарм, и этот интуитивные эти штучки, когда ты работаешь с программами, ну, какой-то маленький эксперимент, я, честно говоря, уже устал от андроида, и у меня ощущение, что наконец-то мы можем окунуться в океан, хотя нас все время пихают в болото вот с таких вот гаджетов. Все-таки в океане плавать поприятнее, даже если его скоро куда-нибудь перельют, перекатят и все такое прочее. Я желаю компании RIM успехов с этой платформой. Я за вас переживаю, парни. Держитесь, вы сможете.